Okay. Minus. Ой, чуть не застрелил. Мы еще карточку сначала поищем. Мои турели круче. Не, я вообще это в медику пошел. Тьфу, в медику, в минера, во. Турельки умеешь ставить? Эти, с пушками. Да-да-да. Только не помню как. G. А сначала нужно куда-нибудь забраться, а там поставлю. Ну да. Карточка. Где там для меня открыто? Вон ту открывай на второй этаж. Ты стрелял, что ли? Тут уже недолго осталось, минут. Блин, как его ставить на одиночный патрон? В. Окей. Или купить такую пушку, как у меня. Не, все, окей, мне нормально крест. Ща я приду твою обну. Так, у меня тут открылось игра. Эти фонарики все напрягают в голове. Угу. Их снести нельзя. Не знаю. Ладно. Чё, ты ко мне обы? Ща. Давайте, я тут поставил. Я тут тролль, слышишь, переуходи, а то я тролль поставил. Да, пытаюсь. Да я ему апну турель и, ну, эту сверло и приду. Да, понял. Может, на секунду 20-30 быстрее станет. Сломал. Сам починишь. Забавный.
тут фригон, деньги валяются. Как-то спокойно. О, я забыл, что у меня есть лазер. Какие-то они пассивные в этот раз. Вам на харде? Что-то ломаешься. Иди-ка, сейчас же машина должна подъехать. Ну, в прошлый или раз мы в окно кидали, да. А если, ты купил, нет? Я что-то купил, но не уверен. Тут, походу, дело тоже рандомненько эти штуки даются. Тогда был опытный водитель, а сейчас я его не могу купить. Надо найти себе деньгами еще не что-то. За лесенку покидай. А, вон, у тебя под окном. У меня 5 секунд. У меня 2 пачки денег. Ну, сейчас я бегу наверх. Только туда ли, блин? Так, я взял бабку тоже. Угу. Там больше нету? Нет, жду тебя. Ну все, оно лишнее, все такое. А что написано, отнесите наличные? Ну вот у вас как раз. Я тут его подожду внизу. Ралик стреляет. Угу. Он там уже заложник.
лучше магазин был. Давайте сторожевые псы, может. Чё? Сторожевые псы. Чё такое? Ну, вчера помнишь, где деньги таскали туда-сюда на корабль? Давай. Или спасение Хокстона. Сейчас, всех поговорить. Это где-то? 2 часа на машине туда-сюда? Это да, где бы. Потом в гараж? Нет, не надо. Зато я за нее полулям получил. Ты да, но мне, наверное, не полулям. Так, ну вот есть сторожевые псы. Сложно. Там ночного клуба сложно, нету?